Приветствую вас, уважаемые зрители, на канале Страхак ТВ. Это Гран Туризмо в стиле Share Factory. И вот сегодня, 26.09.2019 года, вышло обновление. Его основные особенности на ваших экранах. Добавили 4 машины. И вот видите, у нас влажные условия, они так называются, добавили в игру на трассу Tokyo Express. Но только не юг. Теперь у нас, видите, в режиме Escapes там добавили материалы. И вот еще музей Мишлен. Так мы быстренько пробежимся по всему по этому. А сначала с вами посмотрим несколько кадров, как машины, которые вышли в обновление, смотрятся в движении. Вот так вот. Первую вы видели машину 59 года. Ковец Stingray, по-моему, называется, а может чуть по-другому. Тут Super Bia Dodge у нас идет. Сразу поехали. А если что-то не так сказал, то это можете поконтролировать по надписям на экране. Дальше у нас что? Дальше у нас Ferrari напротив Колизея 365 GTB 4. 71 года. В этом году как раз родился Владимир Страхак, известный всем. Итак, Камара еще добавлена. ZL1 1V, как это вот так вот пакетч. Вот, короче, тюнингованная версия дорожной машины. Вот эти все 4 машинки добавлены. Так, новая информация о изменении баланса производительности. Кстати, там внизу, если на сайте на паузу, то там написано о том, что расход топлива тоже поменяли. Так, это вот небольшой клип о том, какие тут, значит, изменения Escapes, что, где, куда вы можете зайти в своей машинке еще и снять дополнительно. В местах такую подборку сделали, называется она «Влажные условия». Вот так вот называется. Она на клипе-то потом придется музыку чуть потише сделать, чтобы меня было слышно. А мы это уже сделаем в будущем. Так, и вот все эти услуги быстренько тут, значит, различные эти. Я уж не буду их перечислять, а так их в режиме, как говорится, быстрого просмотра показал. Так, а теперь мы идем в Brendel Center. Сейчас мы там посмотрим с вами эти машинки поближе. Так, мы посмотрели, как они ездят, а сейчас посмотрим. Так, первый у нас Комарик. Комарик 2018 года. ZL1 1LE. Вот так называется. Ну, это 6-е поколение Chevrolet Camaro. Вы, наверное, точно знаете. Добавили в N700. В N700 потом на трансляции посмотрим. Я не знаю, сможем ли мы все эти машины купить, потому что у нас всего 6 миллионов. А это вот 79 500, это недорого стоит, в принципе. Так она, в принципе, так. А, она и сама-то дорожная версия здесь машины есть. В игре Gran Turismo Sport и на то можно поездить. Лично я думал, что вообще туринговую машину добавят. Но добавили вот эту, тоже хорошо. Может, можно было надеяться, что ее в группу 3 добавят. По идее, да? Почему нет? Еще маленько потюнинговать и группу 3. Следующая у нас машина Corvette Stingray. Я его Грей назвал, он просто Рей. Race Concept 1959 года. Такой, видите, открытая машина. В принципе, для тех времен, когда это все было, она все подходит. Такие машины, тут и ягуарчики такие есть, вы знаете. Астон Мартин теперь тоже появился, тут тоже не все с открытым верхом. Вообще с открытым верхом довольно долго ездили. Даже, помните, еще Audi в 2000-х годах все ездило с открытым, к концу 10-х годов 2000-х она это перешла на закрытый верх. Там машина от 11-го года появилась, а так все с открытым верхом ездили. Gran Turismo 6 довольно сильно она тюнинговалась, всякие выхлопные трубы разные тут ставились, и выглядели по-разному. Так, и у нас еще тут машинку тоже от этой же компании от Dodge добавили, Super B.
1970 года. Ну там видели, цена-то приличная была, 5 миллионов, а тут 80 тысяч. Вот тут как бы немного. Нам пока денег хватает. У нас, видите, там 6 миллионов 630 тысяч. Когда трансляцию будем вести, купим. Ну и поездим на трансляции тоже. А тут я так просто решил, ну, как вот делается видео тоже. С одной стороны, с другой стороны. Тоже интересно иногда покопаться в редакторах, что-то покрутить, посмотреть. Такие у него, видите, квадратные формы вот этой машины. Суперские такие. Выглядит, в общем, неплохо. Так она, когда была в упрощенном варианте, не очень смотрелась. Тут и получше. И у нас вот последняя из всех этих Феррари. Мы в бренд-центре заходим в Европу, перемещаясь. И здесь у нас Феррари 365 GTB 4. Тоже 71 года. Ну, так вот. 70-го, 71-го, да, 59-го. И вот одна... Три с прошлого века и одна с этого. Вот такие интересные дела. Да, это вот тоже машина была в Gran Turismo 6. Очень тоже такая интересная штучка. Надеюсь, они почаще в режиме спорт будут их использовать, все эти машины разные. Но вот пока с таким режимом, когда один раз в неделю меняют использовать что-то. Да, там есть режим. У нас добавили режим сейчас спорт, теперь есть тайм-триал, ну, прям честно сказать, он как бы не очень, ну, то есть посещается народу. Я сегодня зашел, посмотрел, там вот из друзей всего 5 человек ехало, все, больше не ехало, никто не едет, где я сам как-то его пропускаю. Итак, вот эта машина Ferrari у нас, она такая и на трассе ничего, в принципе, выглядит, едется интересно. Было такое ралли Сьерра. Вот так я помню, на ней ничего там ездил по этой трассе. Там тоже был тайм-триал. И вот добавили музей. Музей Мишлен добавили. Мишлен теперь официальный спонсор игры Gran Turismo Sport в сотрудничестве с Kazunori Yamauchi и Polyphony Digital. Сами понимаете. Требуется музей разместить. Вот разместили, мы сейчас там быстро побываем в режиме 1 секунда 10 лет. Вот так вот, уже 2010 год, когда нас и в помине еще не было, и даже тогда еще Советского Союза не было, еще была царская Россия, так сказать, а время все шло и шло и бежало, а Мишлен все шины делал в это время, разные. Причем самое главное, это когда придумали воздушную шину. Ну, тут в конце написано, что они сейчас решили шину безвоздушную делать. Знаете, какую там, что они там решили добавлять, я не знаю. По идее, вот воздушную шину придумали, да, резина меняется там, а вот внутри состояние меняется. А что еще использовать? Воздух, по-моему, самый подходящий, да. Дело, он амортизирует хорошо, в принципе. И все такое прочее. Очень хорошо подбирается. Определенное давление. И эти давления, оно помогает. Вот же подвеска, по сути, это дело, да, колесо. Подвеска плюс вот давление в шине, да. И, в принципе, видите, уже Мишлен Формула Е пошел. Ага, я тут какие-то инновационные шины решил. Ну, в общем, короче, хочет сделать так, чтобы машина была без шин. Вот так вот, это главное их направление деятельности. Как ни странно. Ну и вот последнее, что я хотел показать. Тут в этом ролике нет там дождливых трасс, может, кому-то это самое главное. Ну, тут что у нас добавили еще в компанию, какие заезды. Вот звезды и полосы. Тут две комнаточки добавили на Tokyo Express и на Willow Spring. Но Willow Spring, видите, там это для коней трасса. Там довольно сложно обгонять. Так, любителей добавили. Значит, там был режим новичков, а тут любителей. Группу 3 добавили. Тоже две гонки. Это Tokyo Express.
на востоке и Судзуку добавили. Можно покататься самому, кому интересно. О, сколько заездов добавили, что одному человеку проехать будет невозможно. Так, профессионалов добавили у нас еще то. Для La Fiesta, то есть для Феррари добавили заезды по Сардегни. Тоже Токио Экспресс Восток. Опять кругов по дождику прокатиться. Ну, если они дождь добавили, то почему бы его не сделать. Ну и здесь вот режим выносливости. Здесь, по-моему, группа 1, но почему-то пока еще до дождя здесь не дошло. Всего доброго, будьте здоровы, на канале Страховик ТВ был Владимир Страховик.